Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Сторонники смертной казни такой аргумент, что как раз говорят, что вот самое главное душу спасти, а не тело, что тело это не так важно. Но мы сами понимаем, что церковь всегда выступает против самоубийств, против эвтаназии, против таких вещей, которые прерывают искусственно жизнь человека, потому что Бог дал человеку как раз тело и жизнь вот эту земную. Хотя мы знаем жизнь вечную и перспективе жизни вечной, думаю, как раз в этой перспективе и дана человеку жизнь земная, чтобы в течение земной жизни сумел покаяться, сумел прийти к Господу, вызвал как-то, совершил какую-то эволюцию. И мы эту эволюцию обрезаем. Християнина, вот это положение, что человек не может распоряжаться житем иншего человека, что это житё дадено человеку Богом, оно имеет сенс. Оно имеет сенс, бо коли он верит, что есть Бог, что каждый человек это створенный Богом, то нельзя забивать иншого человека. Нельзя. То есть это такие, это серьезный грех. Больше того, серьезным грехом является ожидание смерти иншому человеку. Ось, отчувание ненависти до его. Христианин повинен даровать. Верники засяроживаются над этим питанием так, как и в истории. Есть великая колькость за смиротное покарание, есть великая колькость супраць. Ось, але мы аргументуем перед усім тем, что годность человеческого життя, она является годностью, которая походит от самого Бога. Бог является криницей життя, давцем життя. И только Бог вирішає дать життя человеку и это життя принять. Человек является как бы таким администратором только життя. Человек не имеет права вирішать абсолютно, и себе отбирать життя іншому человеку. Ідучи в керунку евангельским, новозаветным, мы припоминаем научение Иисуса Христа, который выказался у тем, что дотичить годности человеческого життя, и он закликал немстивым способом относиться до человека, и он закликал любить ближнего. Человек – это храм Божий. И нельзя вот так вот просто прийти в него и разрушить. В нем идет своя жизнь. Конечно, это может быть человек тоже совершил вот это вот преступление, кого-то этот храм разрушил. Но это не значит, что ему надо отвечать тем же. Он преступник, но не мы преступники. Тем самым мы как бы сами становимся преступниками. Мы, убивая убийцу, становимся сами убийцами и плодим это вот злобу в обществе, озлобление, жестокость. И хочу сказать, что вот почему так важно и в нашем обществе, конечно, вот как-то развивать это милосердие, делать все шаги по смягчению вот этой жестокости в сердцах.
папа Францішек, сучасний голова католіцького костела, так само до удельников конгресса супраць смиротное покарання написал телеграму, я зацитую, и папа написал так: «Покарання смертью повинно быть заменено на іншое, якое б продугледжвало шанс для злочинцы задуматься над своими правинами и выправиться, а невинному подарила надею на справедливость. Сегодня, как николи, необходимый напомин и подтверждение необходимости признания и повсюдной пошаны до годности человеческого життя и его непомерной вартости».